Всем привет! Перед вами великолепная легендарная игра Поле Чудес Капитал Шоу Привет Артсплей Играть Профиль Настройки. Почему я решил сыграть в эту игру? Чисто спонтанное решение. Ударило моча в голову, вспомнил про Поле Чудес. Захотелось сыграть. Само собой, я тоже там в молодости играл, когда еще была досовская версия, да? Но вот именно сейчас я хотел сыграть именно самую новую. Вот поэтому я постарался найти самую новую версию. Чтобы было такое современное оформление, чтобы было приятно играть. Вот что я нашел. Кстати, если вы знаете еще новее Поле Чудес, современнее, да, где крутой движок, скажите мне. Вот она игра, Поле Чудес. Давайте мы приступим играть. Сразу говорю, что я не какой-то там умник, я не начитанный, нет. Я учился плохо, потому что я больше был хулиганом, да, поэтому постоянно какие-то проблемы встревал там. Ну, поэтому я не начитанный. Но мне интересно будет в любом случае это сделать, сыграть в эту игру. Надеюсь, что я все равно смогу что-нибудь пройти. Так, телестудия. Я еще ни разу не запускал, сразу говорю. Первый раз запустил, и вот ввел свое имя, чтобы зайти в настройки и убрать музыку. Телестудия «Мой дом». Отгадывать от лица знаменитости. Отгадывать буквы за всех участников. То есть, или мы будем за всех, или за одного. Я хочу за одного. Нафиг мне за всех? Что я, дебил, что ли? Как я понял, там было написано от лица знаменитости. Наш, скорее всего, будет знаменитости. Да, вы звук не там, мелодию не слышите нормально. Добрый вечер, здравствуйте, Привет! дамы и господа! В эфире Капитан Привет, братюня! Какая красота! Вы посмотрите, да? Вот глаза радуются. О! Я мушкетером буду? Ну, давайте. Блин, я не успеваю к вам смотреть. Предмет удлиненной формы, являющийся обычно осевой или опорной частью чего-либо. Хм. Осевой. Возможно, я знаю, но мне нужны буквы. Так, где у нас? Крутить барабан. А, вот. Давай, та-да-да, давай, банкрот. А, 350 пойдет. 350 очков. Какая красота, мне так приятно. Так, давайте букву. Стандартные буквы это А, О, Е. Попробуем А. Че, нет? Первой буквы Ах здесь ты, нет. чмошник, а. Прощайте, Я пока. думал, норм. Людмила Трофимова. Давай, тупица, говори. Какая у нее рожа? Хочется пнуть по ней. Ура! Е. Ну, должна быть, да? Открыть Да, мир. да. Ну, я говорю популярную букву. А, О, Е. А, О, Е. Блин, ни о чем не говорить. Надо... Ух ты, две буквы сразу. Нифига, я просрал, да? Ну ты мразь. Сразу меня обоссали. Нам нужна 150 первая очков. буква. Давай слово называй. Такая буква есть. А, вот нормально. Крутить барабан. Альберта Альфеврадова. Что за тупые имена такие? 350 очков. Давай мимо. Откройте наши Блин, да ворота. как она угадала? О! Прощайте, барабан. Так, ну что, пора уже думать. Не, мне тяжело без первой буквы. Такой вопрос, конечно. 350 очков. Часть чего-либо. Да Замечательно. вы что, издеваетесь? Она что, угадала слово? Прекрасно. Да это бред вообще. Ну, продолжайте. Стержень, стержень, я отгадал. Да, не, так нечестно, блин. Как? Она все буквы отгадала. Стоп, буква. А-а-а. Что? Такой буквы нет. Ой. Будете вращать барабан, назвать слово сразу. Стержень. Предмет стержень. Ну, называй слово, я рисковый парниша. Давайте, давайте. Правильно, да? Стержень. Как я помню, если мы неправильно назовем слово, то мы проиграли. Стержень. Стержень. Ну, конечно! Да. Я же самый умный на планете Земля. В языке братюня. Что дальше? О, заново, давайте. Не, мне это нравится. Знаете, что я еще потом скачаю? Я обещаю, я скачаю потом еще... Кто хочет стать миллионером? Надо будет поискать. А, кстати, опять. Кто знает игру «Кто хочет стать миллионером»? Самую новую игру, да? Скажите мне обязательно в комментарии. Ну, вращайте барабан.
именно новую, современную, как вот, как Поле Чудес. Этот цветок, он ненавижу цветы. Нет, цветы я люблю, но я вообще не понимаю ничего в них. Этот цветок К.Паустовский назвал маленькой звездою, закутанной по горло в белый мех. Рома... Блин, а ну ладно, что ж. Аленький, али... Нет. Маленькой звездой, закутанной по горло в белый мех. Ну, по стандарту. На было Е, да? Ну ты чмо! Ладно, будем букву Е в первую очередь называть. Самая популярная буква. Давай, дебила кусок. Да, есть. Нет? Ну, надо букву Е. Не, этот вопрос сложный, сразу говорю, очень сложный для меня. Маленькая звездой... Роз... Нет. Е должна быть. Да, теперь будем всегда называть букву Е. Если он назвал маленькой звездой, то это должен быть цветок, опять две буквы Е. Стержень. Да вы что, издеваетесь? Смотрите. Стержень. Нет, почти стержень. Я думал, опять стержень. Этот цветок маленькой звездой. Белый мир. Очень сложно. Ну, я не могу. Так. Ладно, первую букву давай. 600 очков. 600 очков. А, первую букву я должен угадать. Ну, И тоже популярно. Р. Молодец, спасибо, гениально, красавчик. Нет, мы будем бороться до конца. Маленький 800 800 звездой. очков, буква. Давай, дебил. Хотел я букву Р. Нет. Прощай. Видимо, сложное. Валерий Ипполонтович. Не успел прочитать. 400 очков. Красивые Браво. модельки, мне нравятся. Да кто ж будет спорить с этим? Открывай. Откройте букву С. Ни о чем не говорит. Прощайте, барабан. 5700 очков. Офигеть, у меня 0 очков. 450. Нет, Да неверно. вы гоните. Это Прощайте, нереально. барабан. Так, какие я знаю цветы? Розу знаю. Потом белая роза. Я знаю цветок. Есть красная роза. Желтая роза. Зеленая. Черная. Маленькой звездой. Без 600 вариантов. очков. Буква. Давайте, называйте букву. Я прочитаю ваши мысли. Буква В вы сказали, да? Ну, слава богу, наконец-то. Откройте букву В. Первое, нет? Нет. Будете барабан вращать? Что-то мне уже сник. О, блин, что-то мне в голову уже идет. Вы, наверное, уже отгадали, да? Это я, наверное, тупой. Мне без первой буквы тяжело. 750 очков. Сник. А, какая бы, может быть, первая буква? Бу... Нет. Г, говно. Гав... Не, говно не влезет. Ну, Г давайте попробуем. Молодцы. неверно. Барабан уже готов. Да ну. Такие вопросы не хочу сложные. Они сложные. 750 очков. Те, кто понимает цвета, конечно же, легко отгадают. Правильно? Ну вот, такой буквы нет. Молодец. Ну вот, такой буквы Будем нет. говорить, барабан. Обожаю эту игру. Давай, братюня. 350 Одну очков. букву скажи и просри. Неверно. Увидите, да, Еще какой сложный один вопрос, раз что и все все не назад. могут отгадать. Векс. Блин, а ну ты что-то вообще жестко. 6000. Ноль, спасибо. Ноль. А я буду отгадывать? А, я еще не буду отгадывать, спасибо. Молодцы. Да, норма. 600 очков.
Буква. Нужно выиграть. Ой. Такой буквы здесь нет. Капец, мы уже весь алфавит прошли. Вы что, гоните, что ли, дебилы? Называй слово. 350 очков. Господи, такой буквы нет. Офигеть, смотрите. Какое слово? Давай мне 5-0 кидай. Или банкрот давай. Ладно. 500 очков, буква. Мне почему-то буква Б нравится. Первая буква Б. Скорее всего, он сейчас откроет первую букву Б, да? Бри. Капец. Бры. Офигеть, это, видимо, очень сложное слово. Может, на Ч начинается? Подождите. Чере... Чере... Ну, я не могу. Давайте Ч, короче, первую. Открой первую Ч. Или Б, или Ч. Все ваши очки умножаются на 2. Ну, молодец. В жопу засунь все свои очки. Просто замечательно. Откройте! Первое, да? Сейчас слово назовет. Нет. Ну, конечно. Да вы что, гоните? Я такого слова в жизни не... Эдельвейс? А, забейте, короче. Здесь даже указывать нечего было. Аплодисменты. А, вот они. Эдельвейс, да вы еще издеваете? Не, таких слов я не знаю. А, пробуем еще раз. Братюня, еще раз, давай, давай, сейчас всех порвем. Фу, Эдельвейс. А что такое мой дом? Хм, магазин. Магазин! А, ты типа можно обустраивать дом, что ли, свой? Стул. А где мои деньги? Это 6000, это мои деньги? Обновка, обновка. А, смотрите, прикольно, можно дом обустраивать. Лампа настольная. А, я улучшаю, смотрите, я могу крутой моник, этот, телевизор купить, моник. Давайте, наверное, купим кровать. У нас 6000 лишь говна. Можно только купить стул, лампу обоссанную. Давайте купим хотя бы лампу. Лампа. 5000. Не прикольно, смотрите. Ой, прикольно, не могу как. Как смешно. Так, ну-ка, что у нас еще здесь есть? 7300 домофон. 7000 рублей? Да вы что, пошутили что ли? Вот, ключница. Давайте купим ключницу. У нас будет крутая ключница. Все, let's go. Мы сейчас пройдем еще одну миссию. Еще. Пошли, братюня, давай. О, я могу выбирать людей? А, я сейчас сначала не заметил. Надо было на него нажать. Наверное, потом люди будут открываться. Прикольно, прикольно. Ладно, все, еще раз. Я должен не ударить грязью в лицо. Или лицом в грязь. Ну согласитесь, до соло было нереально, для тех, кто не знает про цветы ничего. Давай, братюня, нормальные слова. Закрой рот свой. Вот задание на первый тур. То, чему не всегда стоит доверять. Это уже интереснее. Человек. Я уже говорил, самое эффективное всегда букву Е называете. Человек. Чему? А чему? Человек это может быть чему? Такой буквы нет. Нет. Человек не может быть чему, да. То, чему не всегда стоит доверять. 50 очков, буква. Откройте нам букву Н. Ну-ка, подожди-ка. Нет. Ни о чем не говорит. Елизавета Константиновна. 400 очков, буква. Откройте букву. Да ладно, вот тоже проблема, они сразу все буквы угадывают. Что будете крутить? Первую букву дайте мне. Первую букву. Тварь тупая, она сейчас все слово угадает. 150 очков. Откройте букву R. Будете крутить барабан?
Называй слово. Ну так нечестно. Нереально, она за... Не знаю, за один раз угадала все буквы. Три буквы уже. Сектор призовой можете назвать букву. Тварь конченая, ненавижу тебя. Другое дело совершенно. Неправильно, да? Верно. Ладно, нужно угадывать тогда теперь Слышишь, слово. барабан? То, чему всегда стоит доверять. Без первой буквы вообще тяжело. 850 очков, буква. Нет, неверно. Дай, мне сейчас придется угадывать все слово. Что сразу? Ну подожди, надо угадать то, чему не всегда стоит доверять. Блин, что-то сложновато. А если на меня смотрят, смотрите, они все смотрят на меня. Я не могу так, не смотрите на меня. Аплодисменты, выключись. Ибрагим, не смотри на меня. Так, Не, мы должны угадать. Вот буквы внизу. Так хорошо, что я, видите, внизу слева буквы, да? Я сейчас буду думать. Хотя в реальном поле чудес мне бы не дали столько времени. Я не знаю, я тупой, наверное, или нет. То, чему не всегда стоит доверять. Ладно, не буду я вас задерживать. Давайте крутить барабан. Не могу я назвать соло. 600 очков. Буква. Гениально. Неверно. Такой буквы у Да. нас нет. Ну ладно. Что будете Какой же крутить? соло? Пятьсот Тро. очков. Буква. Такой буквы здесь нет. Что будете крутить? Я хочу выиграть. Так. Четыре очков. Дрожно. Буква. Нету, да? Нет, неверно. Опять мы! Будете крутить Ладно. барабан? Что за соло-то вы мне скажите? Напишите в комментарии. Я уже не успею быстрее. Так. Ну-ка, чиро, нет. Дро. Жо. Жопа. Не то. Грозной? Грозной. Ну ты разве логика есть? То, чему не всегда стоит доверять. Грозный. Ладно, что натупить? Давайте уже. Где буква? Грозной. Приз? Сектор приз. Не, не хочу приз. А я как мне отказаться? Я не могу отказаться от приза? Я должен найти, но это легко. Я просто сначала не понял. Вы какую шкатулку Я раньше выбрали? такие игры играл профессионально, да, то есть у меня очень хорошая реакция. Но сейчас я это не обратил внимания, по-моему, здесь, да, вот видите, да? При том, что я не знал, что здесь происходит. Так я. Давайте назовите букву. Грозный. Нет, то, чему не всегда. Что за логика? То, чему всегда стоит доверять, Грозный. Грозный всегда стоит доверять? Ладно, я не заколебался уже, короче. Откройте букву Г. Назовите слово целиком. Не, мы должны назвать. Капец, я не могу. Жрогно. Зрогно. Так, подождите. Дрогнож. Дрогной? Дрогной?
Другное? Что за бред? Это опять какое-то тупое слово, которое я не знаю. Чрогной. Аурогной. Ну, подождите. Дрогной. Гной? То, чему сюда. Зрогной. Юрогной. Господи Иисусе. Дрогнож. Дрогнож? Короче, это по-любому какое-нибудь тупое слово. Если мы сейчас не отгадаем, то все, это проигрыш. Нам нельзя проигрывать. Кстати, у нас деньги есть. Они у меня останутся? 10 тысяч, бабла. Да, останутся, по идее. Ну, что же выбрать? Я говорю, по-любому, скорее всего, слово, которое я не знаю. То, чему не всегда стоит доверять. Ну-ка, доверять. Короче, напишите комментарии, смогли ли вы на этом моменте отгадать? Мне интересно, или я один такой тупой? Но я не могу отгадать. Я не знаю, что это за соло, поэтому крутим барабан. Я не знаю. Я все перепробовал. Возможно, какое-то такое слишком умное слово. Нет, да? Да, ну все, мы проиграли. Прогноз. Блин, прогноз. Эх, да. Ладно, еще одну сыграем. Прогноз. Не, такое слово я знаю. Я пробовал все буквы, не получилось собрать прогноз. Ладно, все. Я не собираюсь отмазываться, да, я протупил. Еще раз. Одну выиграли, две проиграли. Прогноз. Добрый вечер. Да. Первая тройка. Нет, открывай рот. Так, Ярославской области, именуй чайку. Чайка! Давай, x2. 350 очков. Чайка. Прогнул. Кстати, вон мужик спит, смотрите. Ему вообще, он классно просто на поле чудес. Прогноз. Наверное, опять прогноз, да? Такое слово легкое. Давай, Корней. Корня тебе надо, Корней. 600 очков. Буква... А. Откройте нам букву А. Давай, ля-ля-ля, такая, оп. Опять две буквы. В каждой игре две буквы открываю. Так, Ярославской области именуют чайку. Имеют чайку. 600 очков. Буква... Птеродактиль. Птеродактиль. Нет. Неверно. О, мужик проснулся, смотрите, проснулся. Хм, прикольно. А это спит, дура тупая. Смотрите. Куда он смотрит? Почему он все время на меня смотрит? Сейчас я слово не отгадаю, поэтому крутим барабан. Ля-ля-ля. Прогноз. Ну реально, так стыдно. Ладно, о. Нет. Спасибо. Я хочу поменять этого мудака, дайте мне другого человека. Он мне не нравится, он проигрывает. Опять спит, смотрите. Очков, буква... Ой, такой буквы нет. Прощайте, барабан. Дайте мне первую букву, я отгадаю 100%. Вот прошлое слово я бы отгадал, если была бы первая буква. Молодец. Нету. А, есть. О, я зря это сказал, зря. Ромашка? Ро... А я букву называл. 350. Нет, букву нашел, нет. Ой, такой буквы здесь нет. Ну, чайка, чайка. А, чайка ест рыбу. Рыбачка. Рыбачка? Рыбочка? Ры... Так, ну-ка, буквы есть, нет? Рыбачка. Рыбачка? Так называют рыбачка?
Жопа! Рыбачка. Ну, давайте буквы К. Пока рисковать не будем. Рыбачка. Не, давайте последнюю букву. Предпоследнюю. Ры, 500 очков. Б, Давай. А, Ч, К, А. Ну вот К. Рыбачка. Рыбачка. Или я опять неправильно понял? Буква К есть. Просто замечательно. Откройте букву К. Рыбачка, да? Засранцы, а? Вы чуете, да? Чуете? Тяу-тяу-тяу-тяу. Ну давайте. Мы не цикло. Давай, Пойдемте давай. сразу. Давай, давай, давай. Ры. Хотя это может быть неправильно. Я не знаю стопроцентно. Рыбачка. Все, прикиньте, неправильно одну букву напишу. Рыбачка. Ах, Зря. боже ж мой. Нет. Впрочем, это абсолютно хорошее решение. Неправильно. А какое слово-то? А слово? На этом мы про... Ладно, еще раз. У нас время еще есть. А какое слово-то было, блин? Ну ладно, ничего страшного. Я говорю, я рисковый человек, поэтому ничего удивительного нету. Добрый вечер, Хотя друзья. мог выиграть, да. Первая тройка. Вот минус, что не показали слово, мне будет интересно. Вот задание на О, первую букву. диджей. Нижние слои говна... Ой, воды этого моря пересечены... Чего столько много букв? Я не могу понять. Мне в экран не вылазят буквы. Нижние слои воды этого моря перенасыщены сероводородом, что делает эту воду непригодной ни для какой жизни. Вода. Море. То есть мне надо море назвать? Прогноз. Прогноз. Не лазит. Рыба. 350 очков. Ну, по стандарту буква Е. Открыть. О, профессионал. Да, опять две буквы. В каждой игре две буквы открывают. Офигеть, нижние слои воды этого моря. А, честно, я море вообще не знаю. Я знаю, есть красное море, синее, черное, желтое, оранжевое. 350 очков. Ну, около О. Откройте букву О. Ну, далеко. Будете крутить барабан? Вот так. Скорее всего, ВОЕ. Да? Здесь буква В. ВОЕ. БЕРЕВОЕ. ДРЯВОЕ. Ну, давайте букву В. Или ноль, да? Молодцы. Все, просрали, Все. короче. Да. Будете вращать барабан, называть слово сразу. Называй своего дура. 400 очков. Буква. Какое Неправда. умение. Мне нравится его Надо барабан реакция. вращать. Вое, букву Б назови. А, ты же чмошник, вови У ноль. вас ноль. Я самый богатый мажор. Будете крутить барабан? Вое, я прям чувствую вое. Вонь, я прям чувствую вонь. 700 очков, буква. Буква В. Я поражен. Такой буквы не было. Молодец, красавчик. Будете крутить барабан? Ну, конечно! Черная. Тварь. Ой. Ладно, просто я дома не играл Поле чудес. Я могу отмазаться. Еще раз давайте. Мне класс, я хочу поиграть еще, давайте. Черное, ну чё, почему? Я же называл. Вы вспомните, я говорил там черное озеро, черное море, красное и синее. Ну, не додумался. Черные. Добрый вечер. О, этот мужик раньше здесь сидел. Давай, давай, еще давай. Однажды я выиграю. А вот задание на первый тур. Вы посмотрите на его Крутите нос! барабан. Что вам напоминает его нос? Вы посмотрите внимательно. Господи. Фу. Это нужно закрыть, чтобы YouTube не забанил. Лечебная жидкость, изготовленная из говна. Давай. Фу, мужик, ненавижу тебя, мушкетер. Ты 500 всю игру мне очков. сливаешь. По-любому за мушкетера 100%.
Лечебная жидкость, изготавливаемая из трав. Марихуа. Буква Е, короче. Марихуа, буква Е. Нету. А. Опять две буквы, да? Вращайте, пожалуйста, барабан. Спиртное? Нет. Ой, из трав спиртное. Черное море. Ну что ж такое? 350 очков. Да. Ну давайте О. Откройте букву. Ну это легко, это популярные буквы. Лечебная жидкость. Не знаю я, давай, крути. Давай мне нолик. Почти. 450. Нету. Откройте нам букву. Да что ж ты не там открываешь? Так. О, прикольно. Вот это интересно. На удачу, да? Так, шишел, пышел, дристанул и не вышел. Пошла в жопу, мразь. Уберись от меня. Да ты неправильно шкатулки положил. Не, прикольно, мне нравится, шкатулки даже есть. 50 очков. Так. Лечебная жидкость. Жидкость. Жижа. Жижа. Бранное. Давай букву Б. Замечательно. Нет. Откройте. Да господи, сколько можно отгадывать буквы? Будете крутить барабан? Черное. Не, не подходит. А буквы Б нету, да? Блин, а? Так. Снадобье, нет, не, 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 снадобье. Неужели я такой умный? Ну-ка, подождите. А давайте опять слово, я просру. Давай, рискуем. Давайте, давайте. Давай, давай. В прошлый раз я просрал еще раз. Снадобье. Давай, неправильно, да? И вы абсолютно. Все отлично. Вы видите, да? Я даже вон рискую, выигрываю. А, это только второй тур, заметьте, мы еще ни разу не проходили финал. А, это финал? То есть не важно, сколько я выиграю, я в финал попаду, да? А в чем разница, я не помню финала. Любовь к чему объединяет Карла? Да что это за имена такие, я первый слышу. Спиноза. Спиноза, это что, не знаю, болезнь спины, что ли, Спиноза? Кардинала Ришлье. Вот Пушкина знаю, Хрюшкина. А, любовь. Не-ка. Подождите. Поэзия. Русский мат. Пушкин. Любовь. Нет. Любовь. А, любовь к чему объединяет Пушкина? Любовь, да? К любви. Любовь к любви. А-а-а. Женщина. 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 Ну-ка, подождите. Женщина. Давай букву Е. Любовь к чему объединяет? Ну, Пушкина это женщина, я помню, он за нее стрелялся. Сектор плюс на барабане. Можете открыть любую... Давай букву Ж. Давай, дура. Ладно, извиняюсь. Не то слово. Обращайте барабан. Так. Щупальцы. Щупальца. Это может быть напиток какой-то винный. Фиг его знает. Любовь к чему? К чему? Никому. Женщина это кто? Да, я не прав. Шекспир. Пушкин Карла Великого. Это Мерлан. Интересный вопрос. Мне нравится этот вопрос. Шоколад.
Шоколад. Ну-ка, подождите. Шоколад. Давай букву Е. Только не ноль, ты обоссанный мне. Не сунь. Ше. Шоколад. Ше. Ненавижу. Вращайте, пожалуйста, барабан. Шапито. О, шапито, а не то. Шапито. Шестоточник. Буква. Давай, отгадывай слово, дура. Хе-хе-хе. Есть, да? Закройте Да, глаза. да, О, как все серьезно. Сейчас слово назовет. Ну, нечестно. Не называй слово, дура. 850 очков. Буква. Нет, пожалуйста. Нет, неверно. Так, ладно, я слово не знаю, надо подумать. Швабра? Нет. 600 очков. Буква. Откройте нам букву Третья, Э. да? Что, будете крутить? Пожалуйста, только не слово, дрянь. Она, по-моему, не может назвать слово, скорее всего, программно, да? 600 очков. Это до меня. Скорее всего, он только после меня назовет. Другое дело совершенно. Нету буквы, все. Такой буквы здесь нет. Нет, если сейчас я, смотрите, если сейчас я не отгадываю слово, да, то 100% вот эта черная свинья, она назовет слово. Опять я сейчас буду тупить. Черное не подходит. Прогноз. Блин. Любовь к чему объединяет Пушкина? Чего же Пушкин-то мог любить? Может, какое-то оружие? Гамбургер? Нет, не гамбургер. Шансон? Пушкин шансон любил. Ладно, пробуем буквы. Г. Шаг. Ша. Не, господа, нам нужно думать, реально. Нужно думать до последнего, потому что все, проигрыш 100% будет. Шап. Что ж такое? Не лезет ничего в голову. Шаг. Шаг вперед 3D. Не, не подходит. Шаг вперед 3D. Объединяет Карла Великого Тамерлана. Аборигены? Что же придумать-то, а? Придумал какое-нибудь простое слово, да? Не, нельзя крутить барабан. Если я прокручу и прогадаю, будет жопа. Эх, ладно, давайте я подумаю, чтобы вас не мучить. Все дошло. Шахматы. Давайте, давайте. Шах. Ма. Ты. По идее. Тяжелый вопрос, конечно. Давай. Ну, конечно! Да. Фух, еще минут 5 подумал. Шахматы. Кстати, очень чисто случайно слово пришло в голову. Шахматы, офигеть. И что дальше? А финал где? Или там суперфинал дальше идет? Сначала? А, суперигра, во, суперфинал. Да, ну конечно, он сейчас будет. Вот то, что Шахматы, вы должны ёлки-палки. обязательно. Додумался, самое главное сам, Вот самое это да, главное. суперигру. Я разрешаю вам открыть любые пять. Первая реклама была напечатана в Англии. Что рекламировалось? Это было старое время.
Не знаю, может, трусы обосранные. А давайте, как всегда, мы сделаем вот так. Е, А. Здесь букв очень много. О, Е, О, П, Р, И. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Нет, ну буквы нет, дайте угадаю. Мне бы первую букву. Больше, больше. Минута пошла. Подождите. Пози. Нет. Рование. Минута? Какая в жопу минута? Минуты мало. А, время идет. Ёлки-палки. И отгадывайте. И напишите, смогли ли вы отгадать, что рекламировалось в Англии в то время? Так. Скорее всего, не Е. А, нет, не Е не может быть. Не, это очень сложный для меня вопрос. Блин, время, если бы не время. В Англии. Ну все, Плохо проиграли. что-то вышло. Увы и ах. А слово-то открой. Да я бы в жизни бы не угадал. Поле Молитвенник? чудес, вы навсегда остаетесь Ну победителем! ты пес, а такие вопросы. Ну ты псина. Молитвенник, да вы что, издеваетесь? Я бы в жизни бы не придумал Мы слово навсегда молитвенник. прощаемся с вами. Все, пошел в жопу. Так, ну что, все, хватит на это у нас. Очень много мы сыграли. Давайте посмотрим, что можно купить. 23 тысячи у меня бабла. Я уже мультимиллиардер. Нужна кровать, хорошая кровать. Так, телек дорого. Стульчик бичевский. Давайте стол. Стул могу? Могу. О, все. Начнем так с угла. Ну все, всем спасибо за просмотр. Обязательно комментарии, когда я вас просил, да, что вы смогли отгадать, что не смогли, чтобы я оценивал свой суперинтеллект. Ну, в любом случае, я еще сниму потом, да. Все, всем пока.